родители случайно не пекари? Чё? Откуда у них такая булка? Молодой человек, вы только представьте. Свечи, шампанское, лепестки роз. И все это для нас двоих. Подожди, подожди. Давай мы что-то... по-быстренькому. Привет. Извините. Молодой человек, ваша рубашка так красиво сочетается с вашими прекрасными лобами. Я бы хотела пригласить вас сегодня сходить со мной в библиотеку. Нет. Пиваса возьмем. Да. Бля, что снимаем? Ты можешь хоть раз мне нормальную фотку сделать? Почему? Давай я тебя перефоткаю, боже! Сколько времени? Два часа ночи. Время жрать. Шимия. У тебя губы классные. Нет, у тебя лучше. Да ты что, посмотри на мои, посмотри на свои. Ты лучше, Да, я лучше. Время бухать! Шимия. Это не твой бывший? Ай, ну что делать-то? Привет. Я придумала. Официант. Да. Надо отойти. Позвони мне. 000007. Я хочу в туалет. Как тебе? Фу, Алиса. Смотри, как нужно одеваться. Ты чё, бургер ешь? А чё? Вообще-то скоро пляжный сезон. Смотри, что мне подарили. А смотри, что мне подарили. Ты чё, в Снэпчате? Ну да. Это ж каменный век. Сигаретки не найдётся? Найдётся. Ты чё думаешь, я курю сигареты? Привет. Привет. Как тебя зовут? Да, на тебя. А я не знакомлюсь. Это мой бургер. Сегодняшнего дня я официально не бухаю. Да расслабься. Музыку погромче делай. Go get the money. Неправильно. Да блин! Да. Wait, I gotta wait. Так, до сдачи курсовой работы осталось 3 дня. Ну блин. А подсказка на доске. I gotta wait. До окончания пары осталось 20 минут. Но я отпущу вас раньше. I gotta wait.
чернозем? Че он делает? Романтик, что ли, у него? Эй, пупсик. Простите, а чем я могу вам помочь? Ты че, типа, пухлый романтик, да? Извините, а вы можете меня не трогать? Ты че к тёлкам не подкатываешь-то? Ты че не кипишуешь, а? Ты че-то какой-то странный. Ну что, петушки, водичка теплая. Нас Дан ждет там, а у нас есть для него сюрприз. Че, поехали? Заодно мусор выкинем. Алло, это таксист? Да, да. Вы где? Ну в смысле где она? Ну вот она, я рядом уже стою, либо. В смысле рядом? Я вас не вижу. Вот она. Она тебе чувашки подарит. Шутник, блядь. Короче, блядь. Ладно, слушай, все, уже не кипишу. Короче, я все, через минуту я буду. Ты где? Вот, Ахпель, я перед шлангбафом стою. Надо было направо повернуть. Все, все, проблем нет, я уже лечу к тебе, братка. Слушай, она куда ехать нам сейчас? Улица Радишевская, 36. Улица Радзевская, блядь, улица Радзевская, а? Улица Радзевская.